Сегодня мы рассмотрим новую фотокамеру от компании Casio. Как заявили производители, это камера следующего поколения. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, и это выпуск лаборатории ION. Это Casio XLIM EXZR10. Сначала немного технических характеристик. Матрица аппарата 12,1 мегапиксель, 7-кратный оптический зум, дисплей сверхяркий 3-дюймовый. В фотоаппарате установлен процессор XLIM Engine HS, высокоскоростной мощный процессор, который производит анализ сцены и сразу подбирает оптимальные настройки. Процессор позволяет осуществить функцию HDR Art, одновременная съемка видео и фото. Проверим функцию HDR Art в действии. Что у нас получилось? Вот этот видеоролик, условно. И вместе с ним комплект фотографий. Если зайти в режим Best Shot, мы увидим, что большинство сценариев направлено на высокоскоростную съемку. Вот, обратите внимание, они даже подписаны. Но при этом снимки получаются очень качественными. И также имеется функция панорамы. Вот так. Кстати, камера позволяет делать до 30 кадров в секунду. В камере есть функция автоматического распознавания лиц и отбора лучшего кадра. То есть кадр, где вы зажмурились и либо выглядите очень нелепо, никто не увидит. Есть один из сценариев съемки, который использует технологию HDR. Суть ее заключается в том, что нажимая на кнопку спуска, фотоаппарат делает сразу несколько снимков, прорабатывая слишком темные и слишком светлые участки, и потом комбинирует это все в один снимок, чтобы не было пересветов или очень сильных затемнений. Внешний вид. Сразу что хочется отметить, что металлический аппарат, выполнен из металла эта крышка. Здесь объектив, вспышка, лампочка, сверху колесико зума, кнопка спуска, переход в режим HS, кнопка включения-выключения, два микрофона, причем стерео, здесь написано левый и правый, и переход в режим авто. Сзади кнопка видеокамеры, кнопка камеры, меню с навигационной клавишей, просто вход в меню кнопка и кнопка для просмотра изображений. Сбоку, что очень важно, HDMI-выход. HDMI-выход и USB-порт. Снизу аккумуляторная крышка и слот для карты SD. В комплектацию входят зарядное устройство, кабель для подключения к телевизору, USB-кабель, шнурок и инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном. ZR-10 создан для осуществления высококачественной и высокоскоростной съемки, как видео, так и фото. С вами была лаборатория ION. Смотрите наши обзоры на канале ION Television. До новых встреч!